В этом видео ты узнаешь доход MrBeast'а в день, в месяц и даже в год. Поэтому досматривай этот ролик до конца. Ну и подписывайся и ставь лайк, потому что до 1000 осталось совсем немножко. Ну а для того, чтобы узнать, сколько же MrBeast зарабатывает в день, нам нужно зайти на этот сайт, а именно Social Blade, и посмотреть, сколько просмотров в принципе прибавляется на канал ежедневно. И мы видим, что среднее значение это где-то 40 миллионов просмотров в день. Ну и полистав зарубежные ролики, я понял, что в среднем за 1 миллион просмотров YouTube им платит от 2000 до 4000 долларов, а так как просмотров у нас 40 миллионов, то и выходит, что за один день MrBeast зарабатывает от 80 тысяч до 110 тысяч долларов. Хотя вот тут вообще на графике видно, что у него плюс 99 миллионов просмотров было вчера, поэтому спокойно и до 200 тысяч долларов может доходить. Хотя это больше исключение. Ну а чтобы узнать, сколько у него выходит за месяц, мы 80 тысяч, напоминаю, это минимальное значение, умножаем на 31 и получаем 2 миллиона 480 тысяч долларов. Это, к слову, 225 миллионов 630 тысяч рублей. За месяц. Ну а что же за год? За год это 29 миллионов 760 тысяч долларов. Что в рублях, это 2 миллиарда 707 миллионов, хотя дальше можно в принципе не говорить. Я думаю, тут и так понятно, что челик за год почти 3 миллиарда рублей делает, только с канала. Круто, да? А теперь еще вспомним, что у него есть мерч, так еще и продукция шоколада, где средняя цена на мерч это 40 долларов, а шоколад имеет в принципе обычную цену, как и любой другой. Что учитывая такой пиар и медийку, имеет, думаю, 100 тысячные охваты, что и приносит ему как минимум еще 2 миллиона долларов в месяц. А теперь вспомним, что у него есть еще MrBeast Gaming, MrBeast React, другие каналы, на которых он не снимает, но они тоже приносят копеечку. А так как там актив не хуже, поэтому мы можем как минимум половину от доходов основного канала добавить в общую сумму. Ну и таким образом и выходит, что MrBeast, походу, реально первый блогер-миллиардер, который просто взломал алгоритмы YouTube. Ну а я надеюсь, что ты подпишешься и поставишь лайк, так как целей и планов на этот канал много, и в будущем будет все намного круче. MrBeast!